16 декабря вступает в силу закон о полном запрете курения в общественных местах. Что же думают по этому поводу янкельцы, мы сейчас у них спросим. Попрошу внимания, делайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю. Ну, после 16-го вы будете продолжать курить в общественных местах? Конечно. Ну, прятаться, если нет, будем пряжу делать. Это вообще уже... Пиво, ладно, запретили пить, курить, это уже вообще надо есть. Скоро есть перестанет. Так, да. Закон о полном запрете курения. Штрафы будут до 10 тысяч. Ты будешь продолжать курить после 16-го в общественных местах? Нет, не буду. Не будешь? Нет. Вообще бросишь? Да. Они денег, они все. Значит, бросаете? Бросаем. А сейчас вот, понимаете? Понимаете? Нет, это просто, знаете что? Это просто дур и ересь. Ты на комиссиях. Штрафы будут до 10 тысяч гривен. Как вы к этому относитесь? Нормально. Нормально относимся, все будет хорошо. Курить бросаем. Бросаете курить? Да. Не будете больше курить, общественно. Больше нет. Спасибо. Нет, я отрицательно. Да, у нас позапрещали в кабинетах курить. Честно говоря, плохо. На работе. А перестанете курить после? Нет. Не перестанете. А как вы думаете, если я 20 с лишним лет курю? Не, ну если мы курим, мы же не будем. Нет, в общественных местах перестанете. Не, ну стараться будем не курить, конечно же, не без этого. Ну это плохо. Вы знаете, вот честно вам сказать, ну подошли. Мы не обжигаем никого, не мусорим, ничего. Мы если рядом с урной стали, покурили, прям в урну покидали. Да, не сорим же ничего. Не сорим ничего. И никому там в лицо ничего. Смысл. И не дуем никому лицо, я чтобы скажу по-другому, с точки зрения здоровья. Что машины ездят, кто-то стал покурил. Вред одинаковый, да, что завод одинаковый, согласитесь, экология отвратительная. О, посмотрите вот то. Поэтому вы сами чувствуете. Постоянно. Будете, да? Конечно. Страфами вас не напугать. А что поделать? Вот ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Вам придется оставить эту гадкую привычку. Хорошо. Очень даже положительно. Я не курю, у меня вся семья не курит. Вообще относиться очень положительно. Спасибо. Очень положительно. Все правильно. Спасибо. Не знаю, мы не курим. Нормально, да. Нам все равно. Но вам нравится то, что теперь не будет рядом с вами стоять на остановке и курить? Да, и там нравится. Да, а то курят, вот это засоряют. Нехорошо, Сова? Нехорошо, да, снимает. Мы вообще не курим. Отлично. Мы только рады. Потому что мы вообще не курим. Тут рагат душу всем подряд. Анекдот расскажу по этому поводу. Стоит, короче, небоскреб. Зед один курит. Подходит к нему вот такие вот ребята и спрашивают. Понимаете, вот что вы курите? Он говорит, Мальборо. А сколько они стоят? Ну, там назвал цену. А сколько вы курите? Две пачки. Вот, говорит, если бы вы не курили, а сколько вы же курите? Она говорит, 30 лет. Вот если бы, говорит, вы не курили, у вас бы был уже вот этот небоскреб. Он говорит, 30 лет курю, небоскреб этот будет.